сегодня вам расскажу, как сделать дома кондиционер для волос. Ну, по традиции он будет натуральным, органическим, из натуральных компонентов. В нем не будет ничего, ну, практически ничего химического в нем не будет. И, ну, он будет как настоящий кондиционер, каким вы привыкли видеть кондиционеры на полочке, на своей полочке в ванной. Это то средство, которое наносится на кончики волос после применения шампуня, выдерживается там какое-то время, потом смываются, и после чего волосы становятся более блестящие, более ухоженные, лучше расчесываются. Ну, я думаю, все вы знаете, как действует кондиционер традиционный. Вообще-то мне, как обладательнице тонких волос, кондиционеры никогда не подходили. То есть я обычно брала либо бальзамы, либо маски, но кондиционер мне, мои волосы делали еще тоньше, в общем, превращали их в сосульки. Ну, в общем, не подходил мне кондиционер ни один. Вот этот кондиционер, который я вам сейчас покажу, наконец-то делает с моими волосами то, что мне нужно. То есть у меня волосы жирные у корней и сухие на кончиках. Обычно волосы мои выглядят так сверху, они прилезли, но здесь они пушистые. Вот, то есть вот этот кондиционер, он решает эту проблему. Ну, естественно, не только он, еще я там использую маски различные. Итак, девочки, у которых тонкие волосы, вам тоже подойдет этот кондиционер. Давайте я вам по традиции сейчас немножко расскажу о тех компонентах, которые будут входить в состав сегодняшнего рецепта. И потом на ваших глазах свершится чудо и родится кондиционер для волос. Так, первый компонент — это эмульгатор BTM. Вот он. Это вот такой. Вот так вам там что-то видно, наверное. Это такая субстанция. Вот шариками. Как вы, наверное, уже поняли, это один из видов эмульсионного воска. BTM — это растительный кондиционер для волос, на самом деле. Он делает волосы гладкими, облегчает их расчесывание, снижает статическую наэлектризованность волос. Как раз благодаря ему, собственно, кондиционер будет кондиционером. Он делает волосы мягкими, послушными, шелковистыми и не утяжеляет их. Подходит для всех типов волос такой эмульсионный воск. То есть он создает такую довольно плотную текстуру. Как раз вот это вот основной компонент, по сути, в нашем кремообразном кондиционере для волос. Дальше. Жидкий протеин шелка. Без него никуда. Так он выглядит. Для волос это вообще это идеальный компонент. Итак, жидкий протеин шелка. Эти протеины очень полезны для волос, они помогают увлажнению волос, улучшают их эластичность, гладкость, делают их сильными и блестящими. Все это вот творит вот эта волшебная жидкость. Жидкий протеин шелка. Дальше. Эфирное масло лавра. Обычная лаврушка наше, эфирное масло лаврового листа. Лаврушки. Лавр, как не знаю, знали вы или не знали, но это тоже очень полезное растение для волос. Именно он укрепляет волосы, тонизирует кожу головы, стимулирует рост волос. Именно эфирное масло лавра. Делает волосы сильными, блестящими. И это масло идеально подходит для ухода за ослабленными и тусклыми волосами. Так, эфирное масло лимона будет использовать в сегодняшнем рецепте еще. Это природный антисептик. Это масло прекрасно подходит для очищения тонизирования волос. Дарит им блеск и очень приятный аромат. То есть это тоже полезное масло для волос, для кожи головы. Ну и по традиции будет использоваться консервант Косгард. Всем нам хорошо уже известный. Этот консервант позволит сохранить на 3 месяца наше средство. Можно в холодильнике, можно просто в темном месте его хранить. Просто избегать попадания прямых солнечных лучей. И все. Косгард — это природный компонент, природный консервант, который помогает справляться с большинством бактерий вредоносных. То есть этот консервант оптимален для косметических средств, потому что он убивает, он борется с большинством бактерий, которые могут появляться именно в косметических средствах. Также он одобрен экоцентром и является органическим компонентом, хотя и вышел он родом из химии.